С начала этого года в Московской области произошло уже 4 пожара, в которых погибли дети. К счастью, в Реутове подобных случаев не было. Однако риск их возникновения, как отмечают сотрудники пожарного надзора, возрастает с началом школьных каникул. А они в регионе стартовали 21 февраля. У нас сейчас дети останутся дома, родители будут работать, кто-то останется с бабушками, с дедушками, а кто-то будет на продленках. Мы со своей стороны также выходим сейчас с инициативой в школы, чтобы принять участие в родительских собраниях, поговорить с родителями, довести до них информацию, постараться убедить, чтобы дети все-таки находились под присмотром и не оставались одни дома. Одна из таких встреч прошла в Реутовском центре реабилитации. Маленьким пациентам и их мамам напомнили важные правила пожарной безопасности. Детям всегда при проведении любой работы мы доводим номер 112, 101, который у нас используется, и 01. То есть в любом случае ребенок должен позвонить по телефону, сообщить. Он должен покинуть место возникновения пожара, не оставаться дома и не прятаться. То есть это те вещи, которые мы тоже рекомендуем родителям доводить до детей. Огнетушитель, говорят сотрудники МЧС, стоит завести дома каждому и научиться им правильно пользоваться. Еще одна вещь, которая может спасти жизнь – автономный пожарный извещатель. Чуткий прибор реагирует даже на небольшое пламя или задымление и громкой сиреной оповещает о возгорании. Кстати, в Московской области работает программа, в рамках которой такие устройства устанавливают бесплатно. Эта программа была принята на территории Московской области, начиная с 2017 года. В рамках этой программы было реализовано порядка 1000 квартир малоимущих разных категорий абсолютно людей, которые попали, мы называем так, в трудную жизненную ситуацию. Это одинокие, престарелые, дети, инвалиды, все те, кто непосредственно нуждается именно в нашей заботе и в нашем внимании. По этой программе были выданы абсолютно всем, кто состоит у нас на учете нашей городской социальной защиты. И в прошлом году была проведена программа по замене элементов питания, от которых работают данные датчики. Получить автономный пожарный извещатель семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут до сих пор. По поводу установки таких устройств следует обращаться в отдел надзорной деятельности МЧС в Реутове по телефону 8-495-528-62-68. Наталья Григорьева, Станислав Хрычков, телеканал ТВ «Реутов».